Мы продолжаем искать героев проекта «Узнай себя». Чтобы стать его участником, нужно внимательно следить за эфиром и звонить к нам в редакцию, если увидели на экране знакомое лицо. Напомним, наша гостелерадиокомпания обладает уникальным архивом. Каждую неделю мы выбираем отдельные эпизоды и предлагаем их вашему вниманию. Сейчас на экране кадры с открытия Международной детской сибириады 1995 года. Проходила она на стадионе «Таяны» с шествием спортсменов, выступлением творческих коллективов. По бокам съехались сотни юных атлетов, борцов, гимнастов. Если на этих кадрах вы узнали себя или своих близких, позвоните нам или напишите. Для тех, кто хочет посмотреть видео еще раз, его можно найти на сайте vestikhakassia.rf. Группа «Узнай себя» создана и в социальных сетях.